Накануне Международного дня матери глава города встретился с представителями Архангельского регионального отделения Организации семей погибших защитников Отечества. Сегодня она объединяет 225 человек. Это те, чьи дети погибли в горячих точках и при исполнении воинского долга. 107 из них проживают в Архангельске. День матери в организации отмечают традиционно. Также традиционно к этой дате приурочена и встреча с представителями городской власти. Мы чувствуем, что все-таки, во-первых, нашу организацию знают и помнят. И когда вот приглашаются родители, то все, ну, как бы довольны тем, что наших-то детей не, хотя бы в этот день не забывают. Я так понимаю, что это у нас такая добрая традиция. Я обязательно буду ее и продолжать дальше. На встрече обсудили насущные вопросы, которые волнуют представителей организации, в частности, о проведении различных мероприятий в период пандемии.